В шкафу место приготовила. Ложись на кровати, мне рожать не надо. Давай. Я думаю, что она кричит? Ложись. Давай, а то уже выходят они. Ложись, ложись, ложись. Бедная женщина, да? Эх, ну, принимаем новый поток, да? Старый не успели отдать. Смотрим, сколько их будет. Еще мурлыкать умудряется, да? Звезда моя. Мы лучше корзинку притащим. Маленькие тошики выходят. Не знаю, в корзинку ее или пусть она на белых простынях рожает. В корзинку положи, нахер. Так я ее уже не хочу тревожить. Давай мы сейчас положим в корзиночку. О май год. Мам, сейчас она родит у тебя на руках. Что это такое? Издевается над кошкой. Не хочет она. Давай мы корзинку туда положим. Давай. У нее схватки, подожди. О май год. Сейчас она на доске и родит, мам. Корзинку мы поместили. Бусь, иди. Подругу свою поддержи. Иди, звезда. Иди. Иди, поддерживай ее. Она уже рот открыла. Надо и водички, что ли, дать. Она дышит, смотрите, как дышит. Ой, бедная женщина, ну это твой первый и последний раз, ты в курсе? Потом тебя животик раз, распарим и там все сделаем как надо. Началось все это в час дня. Ну и буду поминутно говорить. Она пришла ко мне, залезла на кровать и стала кричать. Ну, короче, я поняла, в чем дело. Я ее сейчас поместила в корзиночку на нижнюю полку, где у меня вещи. Я никогда не принимала роды ни у кого, тем более ни у кошки. Да, да. И вот она вот так лежит спокойно. Может, ей воды дать, я не знаю. А потом она кричать начнет. Потом опять лежит, потом опять кричит. Сейчас выйдет, нет? И что ты собираешься? Ну, выйдешь ты. Она не захотела сидеть в коробочке. Я ей, короче, вытащила коробочку, корзинку. Она вышла от нее, потому что она не хочет. Блин, она так страшно кричала, уже ветеринару звонить начала. Ну, по-моему, там первый вышел. Блин, как это страшно. Мне такое чувство было, что она не может разродиться. Ой, ну будем ждать дальше. Первый вышел. Думаю, кошке не очень нравится, что ее хозяйка по совместительству блогер. Он маленький. Она его облизывает, видите, маленького. У него пятнышко на голове в форме сердечка, может, будет. Ой, какой носик, посмотрите, носик какой, крыска маленькая. Мур, ну давай мы на одном закончим, окей? Вот он уже кушает. Так, она встала, оставила этого крысенка одного. Блин, у меня уже трое было белых с головкой черной. Еще она такого же родила. Или это рыжий? Ну, короче, мы посмотрим. Юфа, он орет громко. Коть, твоя лялька осталась одна, ты чё? Какая ты мать никудышная, а? А ну? Буся просто в шоке, глаза нараспашку. Как ваши впечатления? Ваша подруга котится, что вы скажете? Да и вообще все равно. Прошел ровно час, все, она этого вышвырнула. Рожает второго, по-моему, второй выходит. Или котит, как-то котится. Ну, короче, поехали. Ну, сейчас малой сам поймет, куда доползти надо. Он такой маленький, такой малыш. Уже шерсть почти высохла. Хотя он час только прошел, даже меньше. Родила она двоих, и там еще третий. Тут тоже уже родился. Было уже почти 2 часа. В животе у нее там, походу, еще армия котят. Какой ужас, а? Я теперь не одна подруга, а их размножилось, а? Ты видела, насколько размножилась? Это ее лучшая подружка, эта кошка. О, услышала. Звезда просто в шоке. В шоке. Смотрит на них. А это мой блогерский весь этот инвентарь. Бусь. Все хорошо? Все, Буся в шоке. Какой раз ты в шоке? Смотрите, пошла проведать кошку. Думает, что случилось? А у той трое котяточек. Я надеюсь, она больше не будет рожать. Скажем, трое хватит. Она, по-моему, закончила. Прошло 3 часа уже, ну как 2 часа она родила. То есть она рожала. Сколько она часов не пила?
Я ей поставила воду, даже тогда она не пила. Он маленький. Но уже прошло где-то часов 6. Нет, 8 часов прошло, как она родила. И она до сих пор воду не пила. Смотрите, как она пить хочет. Но она в 12 начала. Что там их четверо? А, это ее нога. Блин, я думаю, ой, вот этого рыженького мысик, видите, какой красивый, беленький. А вон мордочка, маленькая мордочка. Смотрите, как она пьет. Ой, малая ты, малая. Пуськин, пуськин, пуськин. Пока мама кушает там, вон там она кушает. Фокусируй, фокусируй. Да, фокусируй. Мясо кушает, тут другое мясо лежит на ладошке. Полосатенькое. Отнеси. Так, второй. Вторая крыска. Покажи. Мам, посмотри, какой он маленький. Мамаша пока, мамаша быстрее ест. Быстрее надо есть, пока дети отвлечены. Все, все, ложи, ложи, ложи. Третий. С двумя пятнышками. Как его назвать? С двумя пятнышками. Они все нормально. Знаешь, как назвать? Знаешь, розетка. Розетку положи на место. Штекеры там стоят. Открываю ей эту дверцу. Она так кричит. Что случилось? Сутки уже. Нет, сутки не прошли. Полсутки. Суток. Уже утро. Рассказывай, что случилось. Все вот здесь есть. Свободы хочется, скажи. Да, свободы. Или ты так кайфуешь? Ой, какие вот вообще классные. Все, кайфуй. Полторы почти сутки мать решила их оставить. Она уже погуляла где-то и пришла опять. Ой, ты пуси-пуськи маленькие. Мама еще даже в зале успела у нас просто на полу полежать. Такое чувство, что она все устала, устала от материнства. Да? Смотри, как смотрит. Она на них легла, голову, головой им вот так подтолкнула, типа идите, идите. Красота, просто красота. Я обалдею, когда смотрю.